Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Сегодня в Москве торжественно открылся 12-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Комсомольский проспект. Отсюда началось праздничное шествие участников фестиваля. Эстафету Всемирного молодежного форума, его живой символ белого голубя, передает представительница Кубы, страны-организатора предыдущего фестиваля. И вот многотысячная разноязыкая колонна тронулась в путь. Она заполнила всю 80-метровую ширь проспекта. Открытые взгляды, улыбки, поднятые в приветствии руки и, конечно же, музыка и песни. Ведь все они, приехавшие в Москву на фестиваль, объединены общими идеями продемонстрировать свою волю к миру, единству, укреплению антиимпериалистической солидарности. Площадь имени 50-летия октября. Вечный огонь у Кремлевской стены. Ветераны войны и труда вместе с представителями молодежи возлагают цветочную гирлянду. Трижды герой Советского Союза, маршал авиации Кожедуб, зажигает факел от вечного огня и передает его, как эстафету, делегатам фестиваля, слесарю-сборщику объединения «Уралмаш», лауреату премии Ленинского комсомола Павлу Ратникову и аспирантке Московского института народного хозяйства имени Плеханова Галине Гагариной. Факел с фестивальным огнем направляется на стадион в Лужники. Более 3 часов длилось праздничное шествие. И на протяжении всего пути делегатов фестиваля радушно приветствовали москвичи. Более 100 000 зрителей на трибунах центрального стадиона имени Ленина встретили праздничную колонну. В центральной ложе стадиона товарищи Горбачев, Алиев, Воротников, Гришин, Громыко, Легачев, Рыжков, Соломенцев, Тихонов, Чебриков, Шеварднадзе, Демичев, Кузнецов, Пономарев, Соколов, Ельцин, Зайков, Никонов, Русаков. В
присутствует генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Ле Зуан, другие зарубежные государственные и политические деятели. В ложах и на трибунах заместители председателей Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР, руководители министерств и ведомств, представители союзных республик, краев и областей, ответственные работники партийных, советских и общественных организаций, молодые передовики производства, деятели науки и культуры, студенческая и учащаяся молодежь. Здесь же руководители всемирных и национальных молодежных и студенческих организаций, члены Международного и Советского подготовительного комитета фестиваля, зарубежные делегации. Присутствуют главы дипломатических представительств, аккредитованные в Советском Союзе. Начинается марш-парад делегаций 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Его открывает делегация Кубы, страны 11-го Всемирного. Для юности планеты фестиваль – лучшая возможность ближе узнать и понять друг друга, обсудить самые жгучие проблемы современности, в дружеских дискуссиях выработать общую платформу действий прогрессивного молодежного движения. На 12-й Всемирный фестиваль в Москву приехало 20 тысяч делегатов из более чем 150 стран мира. Марш-парад по традиции завершила делегация нашей страны. 2000 юношей и девушек самоотверженным трудом, активной общественной работой завоевали право представлять на фестивале советскую молодежь. По уважительной причине не прибыли на торжественное открытие космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных. Они несут вахту на борту орбитального комплекса «Салют». На открытии выступили председатель Советского подготовительного комитета 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, первый секретарь ЦК ВЛКСМ товарищ Мишин, и секретарь-координатор постоянной комиссии Международного подготовительного комитета Жан-Клод Кеннеди. Торжественно вдоль трибун плывет флаг с эмблемой 12-го Всемирного фестиваля. Честь поднять его доверена рабочему из украинского города Никополя, депутату Верховного Совета СССР Сергею Морозову, московской студентке Ирине Остаповой и представителю молодежи Кубы, двукратному олимпийскому чемпиону Альберто Хуан Торрено. На стадионе машина с фестивальным огнем в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов. Факел в руках рабочего «Уралмаша» Павла Ратникова и аспирантки Московского института народного хозяйства Галины Гагариной.
Огонь 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов зажжен. Всемирного фестиваля молодежи и студентов обращается генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев. Дорогие друзья, уважаемые гости, от имени народа нашей страны приветствую вас в столице Союза Советских Социалистических Республик, Москве. Поздравляю вас с открытием 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Такие фестивали всегда большой праздник, большое международное событие. Праздник потому, что встречаются молодые представители всех континентов, люди различных мировоззрений, национальных традиций. Встречаются для того, чтобы поделиться всем лучшим, что есть в духовной сокровищнице каждого народа, и тем самым открывают кратчайший путь к взаимопониманию и дружбе. Советские люди искренне рады этой встрече, и их сердца открыты для вас. Но, разумеется, фестивали – это не только праздник. Проблемы жизни затрагивают и волнуют молодежь не менее остро, чем старшие поколения. Со всем жаром юности она встает на бой за социальную справедливость и подлинную свободу, за то, чтобы благо Земли, благо цивилизации были доступны всем, чтобы исчезли из жизни человека и человечества насилие и расизм, неравноправие и угнетение, милитаризм и агрессия. Мир завтра, мир грядущего века – это ведь ваш мир, дорогие друзья. И то, каким он будет, во многом определяется вашими сегодняшними помыслами и делами. Здесь, на родине великого Ленина, вы можете непосредственно ощутить, сколь глубоко предана наша молодежь благородным идеалам гуманизма, мира и социализма. Думаю, все мы согласимся в том, что нет ныне у человечества более важной и насущной задачи, чем сберечь и укрепить мир. К этому нас обязывает и забота о будущем, и память о прошлом. Ваш форум проходит в год 40-летия разгрома гитлеровского фашизма и японского милитаризма, окончания Второй мировой войны, самой кровопролитной и жестокой войны. После нее осталось столько страданий и горя, что они сказываются на жизни вот уже нескольких поколений, настоятельно требуют от нас не допустить повторения такой беды. Не забудут народы и то, что 40 лет назад
мир содрогнулся от первого атомного взрыва. Эхо этого взрыва взывает к совести и разуму каждого честного человека. И каждый должен спросить себя, что сделал он для того, чтобы ядерное оружие никогда не было больше пущено в ход, ни на Земле, ни в космосе, чтобы оно вообще было устранено полностью и навсегда. Спросить и сделать то, что он может для нашего общего дома, планеты Земля. К сожалению, и вы это знаете, еще продолжают активно действовать реакционные силы, которым война и гонка вооружений приносят огромные прибыли. Эти силы хотели бы повернуть ход истории вспять, сохранить свою власть и привилегии, диктовать свою волю народам. Что касается Советского Союза, то хочу еще раз со всей определенностью сказать, что мир без войн и оружия, мир добрососедства и честного сотрудничества, мир дружбы между народами, идеал социализма, цель нашей политики. Мы ставим перед собой задачу покончить с гонкой вооружений. Не на словах, а на деле выступаем за самое радикальное решение проблемы ядерного оружия, его полное запрещение и уничтожение. Мы за то, чтобы силы, энергии людей, гений человечества направлялись не на создание новых и новых средств разрушения, а на ликвидацию голода, нищеты, болезней, на цели процветания и мирного развития. Мы против политики угроз и насилия, попрания прав человека и прежде всего таких священных, как право на жизнь, право на труд, против того, чтобы освободившиеся и развивающиеся страны превращали в источник обогащения монополий, использовали их под военные базы и плацдармы агрессии. Мы говорим открыто и ясно. Советский Союз на стороне тех, кто борется за свободу, национальную независимость и социальную справедливость. Дорогие друзья, советские люди заняты мирным созидательным трудом. Мы многого добились, много построили, но сделать предстоит еще больше. Советской молодежи есть где приложить свои руки, свои знания. Мы высоко ценим ее вклад в дело советского народа сегодня, и мы твердо уверены, что наша молодежь будет и впредь с честью оправдывать высокое предназначение, продолжать строительство нового общества. Вы, участники фестиваля, юноши и девушки, олицетворяете весну человечества, прогресс и надежды всех народов. Так будем же настойчиво бороться за настоящее и будущее человечества без войн, насилия и угнетения. Пусть 12-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов станет убедительной демонстрацией солидарности, приверженности миру и дружбы между народами. Желаю вам успехов и счастья! Затем состоялись художественно-спортивные выступления. В концертной программе выступили профессиональные артисты и участники художественной самодеятельности из всех союзных республик, известные советские спортсмены.
Репортаж об открытии 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве транслировался по центральному телевидению и всесоюзному радио, передавался по системам космической связи «Орбита» и «Восток», а также по каналам интервидения. Сегодня состоялась встреча генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева с генеральным секретарем португальской компартии Альваро Куньялом, находящимся в Советском Союзе по приглашению ЦК КПСС. В ходе беседы, проходившей в обстановке братской дружбы и солидарности, характерных для отношений между КПСС и португальской компартией, состоялся обмен информацией о деятельности обеих партий, а также по некоторым международным вопросам. Михаил Сергеевич Горбачев информировал Альваро Куньяла о мерах КПСС по ускорению экономического и социального развития советского общества, о подготовке к 27-му съезду партии. Была изложена широкая программа мероприятий, проводимых партией и советским государством в последнее время по всестороннему совершенствованию развитого социализма в СССР, по ускорению социально-экономического развития страны, по расширению связей со странами социализма. При обсуждении международных вопросов говорилось о конкретных шагах Советского Союза, стран социалистического содружества, направленных на сохранение и упрочение мира, на прекращение гонки вооружений, на достижение взаимоприемлемых и конструктивных соглашений на советско-американских и других переговорах по этим вопросам. Генеральный секретарь португальской компартии рассказал об огромном интересе, который вызывают в Португалии меры, принимаемые КПСС в области внутренней политики. Он подчеркнул, что реализация этих мер еще больше увеличит притягательную силу идей социализма. Альваро Куньял высоко оценил инициативную внешнюю политику КПСС, реалистические предложения Советского Союза, направленные на обуздание гонки вооружений, создание благоприятных условий для оздоровления всей международной обстановки. Он информировал о политической и социально-экономической обстановке в Португалии, о настойчивой борьбе португальских коммунистов в защиту завоеваний апрельской революции 1974 года и демократического строя, за развитие страны по пути свободы, демократии, мира и социально-экономического прогресса. Добиваясь достижения целей, поставленных 10-м съездом партии, португальская компартия укрепляет свои ряды и связи с широкими трудящимися массами. От имени ЦК КПСС товарищ Горбачев выразил братскую солидарность с португальской компартией и пожелал успехов португальским коммунистам в их борьбе за интересы своего народа и Родины. Михаил Сергеевич Горбачев и Альваро Куньял выразили единое мнение КПСС и португальской компартии о том, что сохраняющаяся в мире напряженность вызывается опасными действиями империалистических кругов США и НАТО, раскручиваемой ими гонкой вооружений, в первую очередь ядерных, планами американской администрации милитаризировать космос. В этой связи было подчеркнуто, что сегодня как никогда важно развивать активность и взаимодействие всех миролюбивых сил для противодействия силам милитаризма и насилия, для защиты мира и безопасности народов. В ходе беседы была подтверждена готовность КПСС и португальской компартии содействовать развитию добрых отношений между СССР и Португалией на равноправной и взаимовыгодной основе. Обмен мнениями подтвердил единство взглядов КПСС и португальской компартии по всем обсуждавшимся вопросам. Было выражено обоюдное стремление, руководствуясь испытанными принципами марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма, и впредь крепить дружбу и сотрудничество обеих партий в интересах народов Советского Союза и Португалии, в интересах дела мира, демократии и социализма. Всемирному фестивалю молодежи и студентов посвящают свои трудовые достижения юноши и девушки нашей страны. Молодые автомобилестроители объявили фестивальную неделю ударной.
Она завершит важный этап комсомольской работы и социалистического соревнования в честь 12-го всемирного праздника молодежи. Коллектив производства молодежный. Каждый третий комсомолец. Значит, подготовку к фестивалю мы начали давно. Провели два комсомольских субботника, средства от которых перечислены более 2000 рублей в фонд фестиваля. Комсомольцы, весь коллектив производства, изготовили партию автомобилей, которые сейчас обслуживают гостей и участников фестиваля. Среди участников фестиваля есть лучшие представители молодежи нашего завода. Среди них и лучший молодой бригадир нашего производства Юра Антонов. Мы все гордимся им, радуемся за него, немного даже завидуем ему. Но фестиваль не только в Москве. Фестиваль – это праздник для всех. Сейчас на сборочном конвейере вместе с базовой моделью ГАЗ-24 изготовляются автомобили новой модификации. Внешних перемен немного, а вот салон, посмотрите, стал комфортабельней и привлекательней. Предполагается, что с января будущего года «Волга» модели ГАЗ-24-10 пойдет в массовое производство. Будет поставляться она и на экспорт. Эти ребята еще вчера были школьниками. И вот позади экзамены, выпускной вечер. А сегодня они включены в штатное расписание колхоза «Родина» Кавказского района как комбайнеры. Профессию механизаторскую они получили, обучаясь в школе. Правление колхоза 18 бывшим десятиклассникам, которые решили остаться работать в родном колхозе, доверило 6 новеньких комбайнов «Нива». Ребята объединились в один уборочно-транспортный отряд. Комбайновый экипаж состоит из 3 молодых механизаторов, каждый из которых работает по 4 часа, и наставника, опытного колхозного механизатора. В общей сложности они убрали около 800 гектар и намолотили каждый комбайн более по 5000 центнеров зерна. Это последнее поле, которое они убирают. Ребята довольны работой и большое подспорье нашему хозяйству в уборке урожая. Сейчас, когда жатва в колхозе подошла к концу, можно смело сказать, что новый комсомольско-молодежный отряд выдержал свой первый трудовой экзамен. Экзамен на звание хлеборобов. Самый крупный новый жилой массив Киева – Троещина. Если в 1981 году здесь появились первые жилые здания, то сегодня в этом микрорайоне уже живет более 100 тысяч человек. Здесь же начиналась трудовая биография и многих рабочих строителей из комсомольско-молодежной бригады Виктора Прикладовского. Целую улицу современных высотных домов новой серии возвела с начала этой пятилетки комплексная бригада строителей. Характерно, что большинство новоселов, которые здесь живут, семьи молодых рабочих, инженеров, студентов. В эти дни у нас много радостных событий. У нас родился сын Иван, и мы получили эту прекрасную двухкомнатную квартиру. И все это совпало с открытием в городе Москве фестиваля молодежи и студентов. И хотя мы сегодня здесь, у себя дома, мы всеми своими помыслами вместе с участниками фестиваля. Ведь каждый молодой человек нашего города внес свой вклад в дело фестиваля своим трудом, учебой, своим участием в самом важном деле – борьбе за мир. В дни фестиваля многие его участники и гости посетят города нашей республики. Киевляне встретят юношей и девушек из разных стран мира у только что открывшегося высотного здания Центрального железнодорожного вокзала. Гостям покажут новые станции метро – Красноармейская, Дзержинская, связавшие жилые районы с центром города. Торжественен, наряден в эти дни новый проспект Победы. А это молодежный культурный центр «Ровесник». Творческие самодеятельные коллективы столицы Украины познакомят гостей с интересной культурной программой. По поступившим сегодня сообщениям, ледокол «Владивосток» уверенно ведет на север освобожденный из ледового плена дизель-электроход «Михаил Сомов». Пройдено уже 110 километров. Сейчас ученые анализируют информацию, полученную со спутников. Вертолетчики ведут ледовую разведку. До кромки льда еще около 1700 километров. Безопасность судов требует от всех членов экспедиции предельной внимательности и осторожности. За рубежом. Многотысячный митинг, посвященный национальному празднику Кубы, Дню национального восстания, состоялся в провинции Гуантанамо на востоке страны. На нем с большой речью выступил Фидель Кастро.
Он подверг резкой критике милитаристский курс Вашингтона, толкающий мир к ядерной катастрофе. Осудил политику протекционизма и неравноправного торгового обмена, навязанную империалистическими державами, странам Латинской Америки и Карибского бассейна. Фидель Кастро призвал трудящихся Кубы еще активнее включиться в выполнение стоящих перед страной задач. В Найроби завершила работу Всемирная конференция для обзора и оценки достижений десятилетия женщины ООН «Равенство, развитие и мир». Принят итоговый документ, намечающий стратегию деятельности по улучшению положения женщин. Подавляющее большинство делегатов подвергли резкой критике, проводимую администрацией США, политику государственного терроризма, курс Вашингтона на подготовку к «Звездным войнам». Президент Никарагуа Даниэль Ортега обратился к странам, входящим в движение неприсоединения, с призывом принять чрезвычайные меры для обеспечения мира в Центральной Америке. Президент подчеркнул, что принятое Конгрессом США решение предоставить 27 миллионов долларов бандам никарагуанских контрреволюционеров развязывает американской администрации руки для осуществления актов агрессии против Никарагуа. Совет Безопасности ООН завершил обсуждение обстановки в ЮАР. В резолюции Совета решительно осуждается политика апартеида, содержится требование отмены чрезвычайного положения в стране и немедленного освобождения всех политических заключенных. При обсуждении проекта этой резолюции группа стран внесла поправку, предусматривающую введение обязательных экономических санкций против ЮАР, если ее правительство откажется от выполнения требований Совета Безопасности. Однако США и Великобритания наложили вето на поправку, а при голосовании за резолюцию воздержались. В Сантьяго был проведен голодный марш. Его участники протестовали против тяжелого экономического положения и голода, вызванного антинародной политикой военного режима. Они потребовали отставки Пиночета и немедленного восстановления в стране демократии. Власти бросили против манифестантов специальные полицейские формирования. 50 человек арестованы. Официальный Бонн продолжает политику дискриминации в отношении инакомыслящих. Berufsverbot. Это немецкое слово на многих языках не требует перевода, ибо широко известна обозначаемая этим словом практика запретов на профессии в ФРГ. В 1972 году премьер-министры федеральных земель приняли так называемое постановление о радикальных элементах. Согласно этому постановлению, лиц левых убеждений не допускают к службе, к работе, в общественной сфере, в школах, на железных дорогах, на почте, в государственных учреждениях. В 1985 году это постановление отменено в одной из земель, в Сааре, где к власти пришло социал-демократическое правительство во главе с Оскаром Лафонтеном. Борьба демократической общественности против запретов на профессии начинает таким образом приносить плоды. Но постановление о радикалах продолжает действовать в других землях ФРГ. А в тех, где правят христианские демократы, даже ужесточается. Об этом говорилось на собрании в одном из залов Боннского университета. Указывалось, что практика Berufsverbot нарушает положение заключительного акта Хельсинки, нарушает права человека. Уже 7 тысяч человек стали жертвами Berufsverbot. Гонениям за убеждения подвергаются в первую очередь коммунисты. Но все чаще административный и судебный произвол направляется против всех критиков действительности ФРГ. Учащаются случаи гонений в отношении участников движений против размещения новых американских ракет, будь то социал-демократы, зеленые, профсоюзные активисты. Мы беседовали с одним из участников собрания, социал-демократическим депутатом Бундестага Петером Паттер. Он говорит, что практика Berufsverbot антиконституционна. Если коммунистов исключают из системы общественной службы, то действуют незаконно. Ведь согласно положениям Конституции ФРГ, принадлежность к легальной партии не может служить поводом для дискриминации. К
Петер Паттерн отмечает, что в землях, где правят ХДС и СС, преследуются и социал-демократы, и другие. Запреты на профессии лишают людей средств к жизни. С этой опасной антиконституционной практикой должно быть покончено. Сегодня в Уганде произошел государственный переворот. Власть перешла в руки военного правительства. Переворот возглавил генерал Базилио Олара Окелло. В Кампале введен комендантский час, закрыт аэропорт. По некоторым сведениям, президент Обота, свергнутый в результате переворота, прибыл на территорию соседней Кении. В результате разрушительного оползня на окраине японского города Нагану погибли 5 человек. Многие пропали без вести. Более 70 жилых домов погребены под многотонным слоем земли и каменных глыб. Причиной катастрофы послужили непрекращающиеся ливни. На Гавайских островах после недолгого молчания вновь пробудился вулкан Килауэ. Более 15 часов продолжался выброс лавы и камней из кратера на высоту до 500 метров. Периодические извержения этого вулкана, который в настоящее время считается одним из наиболее активных в мире, отмечаются уже на протяжении 2 лет. Ученые ведут постоянные наблюдения за его деятельностью. Наш корреспондент передает из Центра культурной программы фестиваля «Парка искусств». Открылся он в парке имени Горького, а сердцем его стал возведенный на набережной фестивальный городок республик нашей страны. Ласкаво просим. Хошо мадеть до Эстонии, азиз. Могде. Добро пожаловать. Знаете, сколько гостей могут услышать такие приглашения в дни фестиваля? Почти 1,5 миллиона. Потому что с самого утра и до глубокой ночи не закроются двери выставочных павильонов городка, не уберут свои столы народные художники и не погаснут огни над эстрадными площадками. 1,5 миллиона гостей ожидает парк. А сколько артистов выйдет к публике? Ну вот хотя бы в нашем российском комплексе. Количество этих концертов, мы предполагаем, будет свыше 20 ежедневно. Количество участников около 1000 человек. Мы надеемся, что гости фестиваля увезут громадные впечатления о искусстве нашего края. Мы стояли сегодня на перекрестке парковых аллей и не могли решить, куда же идти в первую очередь. Справа гремел маршем Кауновский духовой оркестр. Интересно. Налево зрители подбадривали дагестанских канатоходцев. Тоже, когда еще их увидишь. Впереди собирались на эстраде киевские бандуристы, а сзади публика на бис вызывала брянскую фольклорную группу. В Москву съехались все ведущие и народные, и эстрадные коллективы страны. Программу их концертов и описать невозможно, потому что фестивальные афиши есть все лучшее, что могут показать, представляя культуру своей родины, наши участники фестиваля. Советские артисты, назовем так даже и самодеятельность, открыла 8-дневный гала-концерт. Но здесь, в парке искусств, пройдут еще и международные программы, и концерты отдельных делегаций. Сколько же мы услышим еще песен? Сколько хороводов пройдет по набережной Москвы-реки? Ведь впереди еще целая фестивальная неделя. С новостями спорта вас сегодня познакомит Георгий Сурков. Здравствуйте, товарищи. Своеобразным подарком фестивалю стали золотые медали юных советских спортсменов на мировых и европейских первенствах. На юношеском чемпионате мира по велоспорту в Штутгарте Олег Борзунов из Ленинабада завоевал золотую медаль в спринте. В Женеве на первенстве Европы среди юниоров по плаванию и прыжкам в воду Инга Афонина из Запорожья завоевала золотую медаль в прыжках с вышки. Чемпионом в прыжках с трамплина стал москвич Владимир Тимошинин. Серебряная награда у Андрея Квачинского из Минска. Среди почетных гостей фестиваля находится в Москве и президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч.
Сегодня у него была почетная миссия – вручение Олимпийского ордена прославленному советскому спортсмену Льву Яшину. Яшин играл на футбольных полях страны и мира с 1954 года. Трижды он выступал в составе сборной страны в финальных турнирах чемпионатов мира. В 1963 году он получил золотой мяч, приз лучшего футболиста Европы. Первыми поздравили знаменитого вратаря футболисты сборной СССР. На международном турнире волейболистов в Ленинграде сегодня полуфинальные игры. Первыми из команд, ведущих борьбу за главный приз, на площадку вышли сборные Кубы и Советского Союза. Встреча прошла с преимуществом наших спортсменов, сумевших выиграть в этом матче. Особенно уверенно советские волейболисты провели третью партию, в которой и добились успеха 15-5. Вы видите последнюю атаку команды СССР. Партия сборной СССР. 3-0 в этой встрече победили советские волейболисты. Итак, для наших волейболистов впереди финал, а вот второй полуфинальный матч. Трудно складывалась игра у чехословацких волейболистов со спортсменами Соединенных Штатов Америки. После того, как во второй партии они уступили, и нить игры перешла к американским волейболистам. Завладев инициативой, они успешно провели все три партии и одержали победу. Теперь сборная США завтра в финале встретится с командой Советского Союза. Сегодня завершаются всесоюзные юношеские спортивные игры. Определяются последние чемпионы. Город Энгельс Саратовской области принимал гребцов-академистов. На озере Сазанка юные спортсмены соревновались на дистанции 1500 метров во всех олимпийских классах лодок. Гребцы признанных центров России, Украины и Литвы, естественно, вели борьбу за командную победу. Однако нужно отметить и грузинские экипажи. 6 из них вышли в финал. И все же опыт и мастерство были на стороне сборной Российской Федерации. В самом престижном классе на восьмерках победителями стали гребцы Украины. Среди футболистов лучший результат у сборной Украины. В финале они выиграли 2-1 у сверстников из Грузии. На фехтовальных дорожках победу праздновали москвичи. Среди дзюдоистов лучше была команда Грузии. По сведениям Гидрометцентра СССР, 28 июля днем на Урале кратковременные дожди, грозы, 19-24 градуса. В Ямало-Ненецком автономном округе 22-27, местами кратковременные дожди. В Томской области 23-28, кратковременные дожди, грозы. В Алтайском крае 26-31 градус. В Казахстане 23-28, на юге 33-38, местами до 40 градусов. На севере кратковременные дожди, грозы. В Туркменистане 35-40. В Таджикистане в долинах 33-38, на юге до 41 градуса. В Узбекистане 35-40, на юге до 42 градусов. В Бурятии 21-26, в Амурской области небольшой дождь 20-25, на юге до 28 градусов. На Сахалине небольшой дождь 20-25, на юге до 29 градусов. В Москве облачная погода с прояснениями, ветер слабый, температура 17-19 градусов.